Всем привет, ребят, с вами GNT, а мы продолжаем играть в Cloudberry Kingdom. В общем-то, сейчас я закрыл окно, положил клавиатуру подальше, взял в руки геймпад, и давно, кстати, я в нее не заходил, и сегодня, насколько я понимаю, будет жутко жаркая серия. В этом есть два смысла. Во-первых, потому что очень жарко в действительности, физически, и дальше будет очень сложный уровень, судя по тому, что мне говорили друзья, товарищи, знакомые. Жарко мне, потому что мне приходится все время при съемках закрывать окно, так как около, в общем-то, квартиры у меня открыто окно, и там, в общем-то, большой супермаркет, и он работает круглосуточно, и когда бы я не снимал, там все время шляется куча людей, там супермаркет, аптека, в общем, все шумит, но, собственно, ничего страшного, я уже привык, очень жутко жарко, единственное, что меня иногда может спасти, это вентилятор, то есть, который у меня есть, он у меня, я круглосуточно включен, мне с ним хорошо, я открываю окно, включаю вентилятор, и, в принципе, все в порядке, но, когда я снимаю, соответственно, с вентилятором не получается, потому что очень шумит и жарко, так что придется нам играть. Так, аркаду я не хочу, мы начинаем с повести, да? Давайте наугад кликнем. Ой, так, не хочу. Это как-то так, невидим какой-то, что ли? Не хочу. О, не хочу. Ну, это не нравится, но за такого мы уже играли. Так, патриарх какой-то. Ой, что-то вообще ничего интересного нету. Вот, вот, вот это здорово. Только по традиции нам нужна борода Манхаттен. Без нее просто никак. Вот. Все, теперь все, все, собственно, супер. Погнали. Так, продолжим. 75 уровень, это у нас попрыгун. Мы будем продолжать в него играть. Я, кстати, довольно давно, ну как довольно давно, 2 дня не заходил в Roblox, или 1.5 дня, не могу правильно классифицировать. Так что сейчас я не уверен, что все будет хорошо. А учитывая то, что скоро, насколько я знаю, один из самых тяжелых, опять же, по тому, что мне говорили друзья, уровни, это 77-й, он типа жутко сложный и адово невозможно его пройти. Так, этот уровень вообще какой-то простой, он, не сказать, что простой, он скорее какой-то такой необычный для такого уровня, как ты прыгнешь по платформе, ай-яй-яй-яй, да. Так, так, сохранение-то скоро будет, а что, все что ли? Так, я насколько понимаю, это просто разминка. Перед 77 уровнем, там, наверное, жутко боль будет. Так, так, чё, пролетел. Ладно, ничего страшного. Раз, раз, ай-яй-яй, не ту кнопку нажал. А в общем мне, ладно, сейчас все будет. Раз, ах, чёрт. А вот, допустим, в Cloudberry Kingdom мне проще играть грибочками на джойстике, а, допустим, в тот же Roblox проще играть дипадом, то есть крестовиной. Не знаю почему. Ну, в принципе, потому что в Cloudberry Kingdom задействованы всего 2 кнопки для игры. Как бы я еще ни разу мне не довелось пользоваться приседанием. Хотя, ну вот, видите, он так начинает прыгать. Потом, возможно, оно понадобится, не уверен. Давай, 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 маленький мой. Так. Черт, ну что это такое? Но в принципе я уже понял специфику. Специфику какое-то жуткое слово. Нет, ладно, я опять пролетел. Ладно, нужно собраться. Я давно уже не играл. Как и, собственно, говорил. Так что мы сейчас будем время жесткого мастерства. Нужно собраться. Раз, раз, раз. Ну, в общем-то, неплохо. Я пропрыгал. А вот, все, 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 все здорово. Нет, не здорово, я пролетел чертову шатающуюся платформу. Как я их ненавижу. Вообще, я все ненавижу в этой игре, я не понимаю, почему я в нее играю. Вот знаете, для тех, у кого были денди, или тех, кто играли в эмуляторы, допустим, в какую-нибудь там сложную игру, действительно сложную, да, вы, ну, я даже не знаю, какую игру взять в пример, на денди все игры были сложные, так что особо какую-то не выделишь. Там, сколько я времени потратил с братом, играя там в черепашки-ниндзя всякие, когда у нас, ну, в общем-то, такое. И ты вроде ненавидишь эту игру, да? Ты говоришь, я просто ее ненавижу и не хочу в нее играть. Но что-то заставляет тебя, ты не прошел этот уровень, ты так, такой, ну черт, ну я же не могу это просто так оставить. Там играл, там, час, я не знаю, игры на денди, чтобы их пройти, там, если хорошо играть, то много времени не нужно. Хотя нам бывало, нужно было потратить целый день, чтобы пройти какой-нибудь незамысловатый уровень, а потом понимала, что, в общем-то, он не такой уж и сложный, как себя
показывает. Кстати, я неплохо здесь что-то сыграл. А что? Черт. Да уж. Так, так, так. Давай, давай, давай. Есть. Ну, эту хитрость я уже разоблачил. А, нет, не разоблачил. Не разоблачил, не спорю. Я... Да, черт. Я не представляю, что будет на 77-м. Если он такой сложный, как его описывает мой товарищ, то, что мы с ним вдвоем как бы... Ну, он там уже на каком-то 100 с чем-то, то есть у меня же без записи возможности нет играть, я там... Ну, вообще, за компьютером трачу время на другое, я в основном смотрю какие-нибудь фильмы, сериалы. Так. Чтобы потратить время, так сказать, на улице гуляя, на море, там все дела. Да что такое? Так, ладно, что я заговорился и не могу сосредоточиться толком. Раз, раз, эйч, раз. Эх, черт, я ненавижу этот попрыгун. Просто ненавижу. Ну как, я же с самого краю-то прыгнул, ну. Ну вот, так. Ладно. 76-й тоже тяжелый, все, не спорится. 75-й был простой. 75-й был простой. Надо было дальше лететь. Так, все, собрался, собрался! Как-то я слишком громко крикнул, правда? Ну и все, это конец, я по-другому не пройду здесь, невозможно перепрыгнуть. Так, раз, 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 раз. Все становится уже понемножку жарко, как я и говорил, и в том, и в прямом, и в переносном смысле. Давай, просто лети, малыш. Просто лети. Просто не лети. Ну что ж ты перелетаешь, за молодой человек. Прекрати вот эту фигню, а. Так, ну вот. Ничего страшного, я просто как бы разминаюсь, вы не волнуйтесь, вы не думаете, что я как бы не могу пройти этот уровень, это просто для меня, это очень для меня просто, но я просто даю вам понять, что я не особо круто играю для того, чтобы там, я не знаю, для чего, что я не знаю, я схожу просто с ума уже от этой игры, я не представляю, что будет дальше, там, наверное, уровня 400 и просто, ну все, я опять запорол. То есть там будет дальше проходить дикий ад. Дикий ад. Как? Я просто пропустил этого комара. Все, у меня новая музыка. Давайте, адреналин. Все, теперь уж точно. Все, да, это легкий, простой уровень. Просто бежи и прыгай. Кстати. А, нет, я все-таки прилетел. Но, в целом, моя система бежи и прыгай довольно неплохо работает. Особенно вот в данной... ситуации. Давай, 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 маленький. Есть! Все! Ладно, ребят, пожелайте мне удачи, потому что сейчас идет 77 уровень, и по мнению моих товарищей, он жутко сложный. В общем, я уже понял, походу, в чем его сложность. Как бы нам нужно просто прыгать по этим платформам, но правильно, что ли, рассчитать время для того, чтобы его пройти. Так. Ага, все. Я понял. Ну, это не сложно. Хотя нет, это очень сложно, наверное. Наверное, это очень сложно, но просто я пока еще не понимаю. Дело в том, что мы не прошли еще даже до сохранения, но уже я изрядно... Нифига себе. И даже сохранения не было. Я столько пропрыгал. Обычно за такое время уже есть сохранение. Ну как здесь пройти-то? Тут три этих шипастика, они жутко мешают, что тут сказать. Так, о, как профессионально-то. Заивейдил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да что ж такое, как он, я заикаться уже начал за этой игры. Как он прыгнул на две сразу, мне интересно. Давай-давай-давай. Маленький мой, любименький попрыгунчик, пожалуйста, а. Давай-давай-давай-давай. Опа. А, все равно не получилось. Что за фигня? Жутко тяжело. Бррр, я зол! Я зол! Я не могу это пройти. Мне сейчас такое чувство, что мы на этом уровне просидим, я не знаю, вечность. Я его не пройду.
ныть, буду плакать, буду ныть, буду повторять одни и те же слова, но все равно его не пройду. И будет мне очень жутко от этого. Но, как бы, вот в Cloudberry King такая система. Если ты понял, как проходить, то ты дальше уже не запоришь. Потому что ты уже вот первую часть, помните, я сразу не мог ее пройти. А сейчас, в принципе, я уже осознал, в чем тут магия. И вот сейчас упал два раза подряд. Не знаю, почему три раза подряд и не прошел первую часть карты. В общем, я наговорил всякой чуши, а сам не могу ее подтвердить. Вроде как просто нужно бежать, и я так себе подумал, знаете, вот все ты бежишь и как бы как-то проходишь. Не ясно никому как, вообще никому не ясно, потому что это неправильно, но тем не менее у тебя получается. А вот здесь вот тут, нет, чуть-чуть дальше, вон там где три этих, что я пальцем показываю, вы же меня не видите, зачем я показываю пальцем-то, а? Потому что там три этих, вот как классифицировать эти вот шипастики, все, они будут шипастиками. Еще вот эти платформы, которые падают, ну это ад. Ладно, все, сейчас заиграла бурная музыка, и я теперь буду проходить как просто демон. Как? Нужно рассчитать, рассчитать, когда два шипастика, они столкнутся между собой, и там я смогу каким-то просто шаманским бубном пролететь. Ну-ка, давай. О! Я смог. Сохранение, дайте мне сохранение. Неужели я прошел? Кстати, нужно сказать моему товарищу, что я не так долго, как он над ним старался, так что этот уровень был тяжелый, но я справился. Может, он имел до 78-й, но я надеюсь, это не так, потому что 78-й мне пока что особо тяжелым не кажется. Ну и он, в принципе, не есть особо тяжелый. Это один из тех уровней, в котором напихана всякая чушь, но особо они тебе как бы не мешают. Ты можешь и просто без нее проходить, с ней. А вот когда на уровнях все зациклено на чем-то одном, допустим, весь уровень на огневых шариках или весь уровень на шипастиках, то тогда проходится действительно тяжело. А потом, возможно, если мы пройдем игру, и я не буду каким-нибудь параноиком, и я не буду сходить с ума, то тогда мы еще вместе с вами поиграем в аркаду, а там уровни спавнятся рандомно, и я думаю, это будет интересно. Так, у меня чешется нос. Как это приятно, когда у тебя чешется нос, ты не можешь его почесать во время уровня. Давайте дальше, 79-й, и скоро нас ждет... Что это такое? Скоро нас ждет уважаемый 80-й уровень, в котором мы будем показывать чудеса. Потому что 80-й уровень там... Там, насколько я знаю, уже что-то новенькое. Ну, как бы, сейчас мы прыгунчик, как там, попрыгун, я не помню, как там назывался наш челлендж. Мы были уже Бобом-малюткой, мы кем мы только не были. Двойной прыжок, там, что у нас еще было? В общем, так, у меня что-то... А, это когда музыка меняется, у меня как-то немножко FPS проседает, несмотря на то, что у меня хороший компьютер, действительно хороший. Ну-ка. А, как я мог пролететь? Я вроде все было хорошо. Так, мне становится жарко, а мне еще сегодня Rogue Legacy снимать. Ну, я, наверное, немножко отдохну часок. Сейчас у меня 9:28. У меня тут стоит будильник, потому что я не могу проснуться даже в 2 часа дня. Я просыпаюсь постоянно, не знаю почему. Ну, потому что лето я высыпаюсь. Думаю, это нормально. В общем, мне еще... О, я вот так буду здесь. Тут нужно вот так пригинаться, как просто хайдскилл, потому что оно нас заденет, если мы будем по кулдауну прыгать. Так, я опять запорол на этом моменте, и... А вроде как он мне кажется несложным, но почему-то на нем я... На нем я почему-то падаю. Так, я опять не отпрыгнул, нажал вниз, и теперь я бью себя геймпадом по руке. Так. Так. Ну-ну-ну. Молодой человек. Я не представляю, как это выглядит со стороны, но мне так хочется грустить. О, я прошел. Как-то быстро слишком. Так, этот уровень мне внушает недоверие. Хотя, вот, то это тот случай, когда уровни кажутся жутко сложными. Нет, они и вправду жутко сложные. Это просто этот уровень невозможно пройти. Наверное. Нет, тут все уровни невозможно пройти. Так, 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 так. Они там короче, они соединяются, чтобы сделать мне больно. Так, ладно. В принципе, я не особо как бы тут сливаюсь. Нет, я очень сильно сливаюсь. Я просто как не знаю кто. Я все время умираю в таких играх. Мне нужно играть в какие-нибудь стратегии пошаговые, где я могу посидеть,
с 30 минут, чтобы сделать какое-то решение. В шахматы, там, я не знаю, в герои третье, ну, потому что другие герои мне не нравятся. Я помню, я так был доволен, когда в третий герой играл. Когда вышли четвертые, я злился. То, что четвертый герой не очень. Ну, по моему мнению, конечно же, может, есть жуткие фанаты четвертых героев, и они будут сейчас меня ненавидеть, но третий герой, третий, они великолепны. Я опять путаюсь в словах. А в общем, потому что я играю. Когда играю, я вот... Вы знаете, есть такие функции... Как бы вам правильно объяснить-то? Когда ты чем-то занимаешься, ты не можешь выполнять два действия сразу. Таким делом могут девушки заниматься. Они могут там и читать, и что-то рассказывать. А вот ребятам, парням, нужно сосредоточиться на чем-то одном. Но, как правило, у них получается это намного лучше. Вот если вспомнить, да? Есть большое количество хороших писателей, но писательниц не так много. Ну, я не знаю, хороший ли это пример, но я думаю, вы должны меня понять. Так уж устроен мозг. Так, да что ж такое-то, а? Раз. Есть, здорово. Ну-ка, что нас здесь встретит? 20 раз умер, я не верю в это, я умер больше раз. Тут какие-то глюки, наверное. This orb will build me infinite world to rule! Once I deliver her safely, I can finally retire. Time to pop some wood between us and your zero. I mean hero. Oh, so clever. How old are you? 9. Aw, come on! These trees are totally fucked. Maybe you should consider branching out into a new career, Bob. You think that's gonna stop him? Yeah, I kinda do. Ну, у него и смех. То чувство, когда люди больше... Глава третья, толстый Боб. Нифига себе. Ого, как мы будем за него играть-то? В общем, это то самое чувство, когда люди смешнее смеются, чем шутят. У меня есть такие знакомые. Кстати, он так далеко прыгает, но это выглядит как-то не очень круто. Но это намного легче, чем попрыгунчик, насколько я понимаю, да? Да как я не допрыгнул-то? Вы чё, демоны? Ага, тут как-то нужно сбавить ход, но... А в целом, чтобы дойти до самого конца, нужно просто нажимать вперед и... Нет, все-таки нужно чуть-чуть подождать, и вот... В общем, ладно, мы будем как очень скилловые ребята, и мы прошли. Так, 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 так... Так, не дам себя в обиду. Тут, может, меня уже сколько хочете пинать. Мне плевать, но что я забрал сохранение. Это самое важное. Вот это именно. Я думал, я упаду. Как же хорошо, что мы толстый Боб. Потому что я бы за маленького Боб-малютку, я бы там точно упал. Так, так. Как же он забавно прыгает. Вот как-то кажется, что он так далеко не допрыгнет, а он допрыгивает. Это мне нравится, это здорово. Так. Так, так. Так, так! Раз, раз. Вроде как нажал, но что-то не очень нажалось. Так, аккуратно. Ну, вы думаете, я не справлюсь, а я-то как. Я не справился. Вы были правы, ребят. Вы ведь всегда знаете, когда я не справляюсь. А я всегда не справляюсь, поэтому вы и знаете. Правда ведь? Правда. Ну как? Я же... Нужно выждать какой-нибудь определенный тогда момент, потому что я не знаю, как здесь пройти. О, получилось. Что за бред? Какой-то... А, он невысоко прыгает, это мне не нравится. Как я достану, да? Я знаю, как я достану. Я просто буду на лифте. Оп. Так, ну, продолжение уровня не выглядит. Кстати, как давно у меня уже не было идеально. То есть собрать все монетки, продолжить... Так, ох, как же я рад, что музыка снизу написана. Тут много прекрасной, великолепной музыки, которую мне хотелось бы... Вот это такой случай, когда вот такая музыка, она тебя заряжает. То есть она дает тебе такой толчок, чтобы тебе было интересно играть. Не то чтобы чтоб ты чувствовал, что ты можешь пройти. Ну, просто посмотрите на этот уровень без музыки. Как ты его пройдешь? А тут такой... Чувствуется заряд. Ну ладно, нет, не помогает. Я все равно не пройду этот уровень никогда.
просто никогда у меня... О, кстати, там мертвая точка, там меня не задевают. А, или задевают, или не задевают, сейчас мы глянем. Ладно, в общем, там в том, вот здесь нужно переждать. Нет, здесь не поможет не переждать, потому что я умираю постоянно. Потому что я плохо очень играю. У меня нет шансов пробиться в профессиональную платформерскую лигу. Правда ведь? Или есть, как думаете? Я думаю, нет. Потому что я не могу пройти 84 уровень, а их по 300 или даже больше, потому что это... Ну все, все. О, я думал, я уже прошел. Ну все, в общем, тут все, тут конец. Мы даже до сохранения не можем дойти. Давайте просто бежать наперед. Обычно меня это помогает. Нет, это мне это здесь не помогает. Здесь нужно вот тут чуть-чуть подождать, прыгнуть, прыгнуть. Мне кто-то стучит, ребят, так что секундочку, пожалуйста, и мы продолжим. Так, ладно, ребят, мы отсняли уже 20 минут, меня товарищи, братишка мой на улицу зовет, так что я пошел, ребят, спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока, ребятишки, и удачи вам!